Друзья, всем привет! Как я обещала, в этом видео я покажу, как сделать вот таких вот пауков. Маленьких, аккуратненьких и больших, с пушистыми лапами. Ну что, поехали? Вот таких пауков мы будем сегодня делать. Нам для этого понадобится проволока трех видов. Неравномерная, блестящая, как мишура, и мягкая. 3-миллиметровая проволочка. Технология у пауков одинаковая, разница лишь в том, что используем разную проволоку. Итак, одну проволочку сгибаем пополам, затем разрезаем. Аналогично поступаем с двумя отрезками проволоки, сгибаем и разрезаем. У нас должно получиться 4 кусочка проволочки. Собираем вместе нарезанную проволочку и посередине начинаем обматывать нашей блестящей проволокой. Здесь нужно очень плотно наматывать, это важно. Расправляем наши будущие лапки. И обматываем между лапок вокруг туловища половину нашей проволочки. То есть половину голубой блестящей проволочки нужно обмотать, создав туловище паука. Вторая половина проволоки у нас пойдет на то, чтобы сделать попу нашего паучка, скажем так. Чтобы ее сделать, нужно взять ручку или карандаш и намотать в виде спиральки оставшуюся часть проволоки. И руками формируем, придаем нужную форму. Лапки подрезаем, чтобы они были примерно одной длины. Края, чтобы не кололись, мы закручиваем круглогубцами. Вот так. Теперь придаем форму. Все, наш паук готов. Теперь будем делать вот такого пушистого паука с пушистыми лапами. Для этого нам нужно 2 неравномерных проволочек и 1 блестящая. Я вам говорила, что технология похожая. Соответственно, каждую оранжевую проволочку разрезаем пополам. Посередине, так же как и в предыдущем варианте, начинаем плотно обматывать, создавая тело паука. То есть повторяем все то же, что мы делали в предыдущем видео с предыдущим пауком. Плоскогубцами еще прижимаем для того, чтобы сделать более прочным, более плотным тельце паука. Придаем форму и формируем паучка. Также подрезаем лапки. Чтобы края не кололись, круглогубцами заворачиваем края. Отлично.
придаем форму. Наш паук готов. Теперь есть такие два друга паучка, которые будут жить на вот такой паутине. И в следующем видео я покажу, как делать такую паутину. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео.